продолжили раскрывать спиртные напитки. Открывала алкогольный коктейль, а я пила водку. У нас с ней произошел конфликт. Она снова стала оскорблять меня грубой нецензурной бранью, слагала мою фамилию, называла меня лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Я стала делать замечание. Она не реагировала, продолжила оскорблять меня грубой нецензурной бранью. Спустя некоторое время, примерно 23 часа на 0 минут, ушла в туалет покурить, а я находилась в коридоре. Я была сильно оскорблена, унижена неприятным выражением, высказанным мой адрес, поэтому я решила убить ее. Когда она вышла, я взял нож, который стоял в подставке на столе, и нанес один удар ножом в область живота.